Привет, друзья! Сегодня для вас приготовлю вкусный, классный салатик. В общем, получается просто класс. Смотрим, поехали. Один небольшой буряк отварил и нарезал вот таким вот мелким кубиком. Добавляю половину банки кукурузы, 170 грамм. Банка 340, добавляю 170. Один чеснок через пресс. Укроп. Черный молотый перец. И немного соли. 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Друзья, чуть не забыл. Лук, сладкий лук у меня белый. Вот такой вот. Вот такой вот. Добавляем и перемешиваем. Все, друзья, вот такой вот красивый, аппетитный, вкусный салатик получился. Если не пробовали, стоит попробовать. Кстати, его можно делать также и с растительным маслом, и с майонезом. Получается тоже вкусно. На этом все, друзья. Всем спасибо. Пишите комментарии. Всем пока. Мира, удачи. До новых встреч.